Установка SNPC на МФУ Epson Expression Home XP-423. Поставьте SNPC рядом с устройством. Извлеките силиконовые заглушки и на их место установите воздушные фильтры. Обязательно сохраните заглушки для дальнейшей транспортировки печатающего устройства с установленной SNPC. Поднимите лоток для бумаги. Подключите сетевой шнур к МФУ и включите устройство. На экране появится сообщение об отсутствии картриджей. Поднимите блок сканера и нажмите кнопку «ОК». После того, как каретка выйдет в положение замены картриджей, отсоедините шнур питания от устройства. Вставьте блок картриджей в каретку, аккуратно нажмите на них до характерного щелчка. Проверьте все 4 защелки. Закрепите на корпусе МФУ держатель примерно на середине панели на расстоянии 1 см от края. Закрепите в нем шлейф. Передвиньте каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое. Убедитесь, что чернильный шлейф не перекручивается и не мешает ходу каретки. Он не должен провисать. При необходимости отрегулируйте длину шлейфа. Закройте блок сканера. Подключите печатающее устройство к электросети и включите его. Повторно появится сообщение о необходимости заменить картриджи. Поднимите блок сканера, затем нажмите кнопку «ОК», чтобы каретка выехала в положение замены картриджей. Зажмите кнопку обнуления над картриджами на 5-7 секунд. Нажмите кнопку «Старт». Закройте блок сканера. Через несколько минут МФУ будет готово к работе. Резервуар с чернилами должен находиться на том же уровне, что и печатающее устройство. Не выше и не ниже. Переходим к печати тестовой страницы. Загрузите бумагу в лоток. Распечатайте тест ДЕС. Для этого в меню устройства выберите «Установка», «Техобслуживание», «Тест ДЕС» и кнопку «Старт». Помните, что самостоятельное вмешательство может привести к потере гарантии. Для сохранения гарантии на печатающее устройство рекомендуем обратиться в сервисный центр. Хорошей вам печати!